Гуляем по Никольской. Точнее, гуляю. Ну, днем, конечно, это не очень. Вечером и ночью здесь вообще замечательно. Но вчера был сильно уставший, хотел поснимать, но не стал. Вообще прикольно здесь вообще. Субботний день и народа довольно-таки достаточно. Ну, зашел в вареничную, легендарное кафе номер один. Хорошие вареники. И поел и с картошкой, и капустой, и поел с вишней, и смородиной. Вообще замечательно. Чаек заварил свежий. Рекомендую вот это место. Вот. Кто посещает Москву, я вот настоятельно рекомендую сюда сходить. Здесь недалеко еще находится парк. Господи, с головы вылетело. А, Зарядье. Где раньше стояла гостиница «Москва». Там прелестнейший парк. Все макрорегионы Российской Федерации. Тундра, лесотундра, степь, тайга. Вообще красота. Поэтому стоит сходить туда. Я когда в Москве бываю, я каждый год бываю в Москве. Вот. И обязательно посещаю. Но в этом году не буду. Буду двигаться в сторону Казанского вокзала. Вот, вот так вот. Так вот такие вот зарисовки Москвы небольшие. Вот, наверное, сильно мельтешу экраном. Ну, вообще, такая атмосфера такая интересная. Да, после вареников настроение веселое, хорошее. Так сказать, бодрое. И теперь будем продвигаться к Казанскому вокзалу и ехать до дому, до хаты. На Москву посмотрели, теперь дальше. Все, пока.